Можно сказать, что мы проводим это в рамках акции «Спортсмены против кокоса». Вот. Трещина появилась у нас. Я вообще колю кокос в первый раз. Поэтому я понимаю, что Тому Хэнксу в фильме «Изгой» было не так-то и легко на самом деле. Ни хрена себе, он еще и внутри какой-то. Прочный материальчик. Так. А как это, просто обколотить? О! Вот оно. Похоже, там именно скрывается вот это молоко.